Именинным тортом встретили на Новошахтинском участке Екатерину Кривоносову. Сегодня у девушки красный двойной праздник. 8 марта исполнилось 18 лет. Такой тебе плакат, посмотри, на всю жизнь. Ты запомнишь, что это был день твоего совершеннолетия. Далее приготовили тебе футболку, качественную, кстати, очень. Очень горжусь тем, что я училась в этой школе, что я пришла сегодня сделать свой выбор. Но особенно день совершеннолетия запомнится девушке первым в жизни выбором государственного значения.